Покажу две Windows ошибки и одну недоделку. Вот первая ошибка, что у меня тут три раскладки клавиатуры показывает. А если выбираю настройки, тут всего два. Я не знаю, как мне сделать, чтобы было два. Я и так пробовал делать. Попробую удалить. Добавить снова. Все равно три вот раскладки клавиатуры. Хотя я эту английскую давно удалила, она все равно тут сидит. Вторая ошибка — это, например, начинаю набирать текст какой-то. Теперь набирать. Надо иду в контроль панель. И теперь опять набирать. Так как вот. Во. Все. Набрал ад, хотел административе тулс набрать. Набрал ад, а уже все, нажимаю любые кнопки и дальше не набирается. Он как-то перескакивает на это окно, вот не хочет набираться. Теперь опять нужно нажать тут и тут. И уже кончать набирать. Это как бы время тратить неудобно. Ну и третья недоработка — это вот тут по умолчанию он пробуждается от пошевеления мышки. И от этого у меня компьютер сам включался. Я и ночью включался, и я пробуждался. И однажды на деревню поехал, он включился и работал включенный, пока на деревне был. И чтобы выключить от включения от мыши, нужно вот тут нажать. Потом тут вот. Потом Power Manager и Off with Device to Wake with Computer. И нужно... Ну, почему он тут включен? Нужно это отключить. Вот это нужно было, чтобы по умолчанию это было отключено. Потому что мышкой включать — это нечаянно немножко сдвинуть, он может включиться. У меня тут почему-то сам включен. Ну, конечно, еще там с Windows были апдейты, проблемы у меня раньше, что он как бы бесконечно там апдейты, но это теперь вроде бы пропало, но не знаю, может, и не пропало. И еще вот почему так трудно найти программу, чтобы их удалить. Например, чтобы удалить, нужно идти в Control панель, потом искать, где тут удалить эти программы. Вот я и не нахожу, где тут удалить эти программы, что нужно. Remove programs. Вот так нужно долго искать, пока найти, как тут удалить какую-то одну программку. Ну что, приходится тогда... А, вот тут, наверное, programs and features. Конечно, тут еще напичкано всяких других программ, которые как бы не программы, а драйверы всякие. Я, чтобы быстрее это достать, я беру не контроль панели, сразу беру Full Programs, и потом Programs and Features, и вот он так быстрее достаются все программы, которые надо удалить.